Здравствуйте, друзья мои. Я только что получил кисть да Винчи, 30 размер. Я собираюсь писать акварельные картины на больших размерах на холстах. Поэтому я сегодня хочу его опробовать, пока на малом размере. Размер этой бумаги у меня 11 на 14 инч. Бумага целлюлозная. Грам Панчер. Вот такая бумага. Компания Грам Панчер. Предназначена для акриловых красок. Но так как акриловые краски водорастворимые, а я буду писать акварельными, акварельные тоже водорастворимые, я хочу попробовать этот блок. Купил для тренировок во время вхождения в акварельную живопись, чтобы хорошо более-менее научиться пользоваться кисточками, пользоваться красками акварельными. Поэтому я пока пишу на этом. У меня есть дорогая бумага Арчис, но я его пока придерживаю, чтобы более-менее научиться разобраться сначала с акварельной живописью. У меня есть кисти меньших размеров, синтетика, но это у меня кисть немецкой компании Da Vinci, считается одним из лучших кистей, но это тоже синтетика. Ну, в настоящее время в основном люди пользуются синтетикой, потому что она хорошо держит воду, по характеристикам, так я знаю, и хорошо отдает краску. Держит и отдает хорошо краску. А я сегодня хочу это просто попробовать, испытать. Я вот тут набросал композицию. Хочу написать, значит, морской пейзаж. И испробую эту кисть. Как она будет в работе на самом деле. Хотя для такого размера эта кисть слишком большая кисть. Но ничего. Я хочу это проверить. Как он будет работать. Я разведу краску. Акварели рекомендуют начинать со светлых тонов. Я вообще занимаюсь масляной живописью. Но в последнее время я сильно увлекся. Меня стало сильно интересовать акварельная живопись, поэтому я пока имею такой у меня набор простой. Из обыкновенных красок, малоизвестных, на компании Scrawls Art. Ну и есть у меня немного красок компании Daniel Smith. Я буду сегодня тестировать краски Daniel Smith. Поэтому я Scrawls Art уберу в сторону. И будем тестировать. То есть не тестировать, а пользоваться красками Daniel Smith. Так, хочу сначала написать небо. Небо, естественно, у меня будет ультрамарин. Говорили, что хорошо держит воду, а у меня капает он. Вот смотрите, трясу, и вода капает. А выжать не выжимается. Вот что интересно. Краска не выжимается. Ну ладно. Сначала используем Magenta. Буду писать по-сухому.
Здесь моется очень чисто такими вертикальными ударами об дно емкости с водой. Кисть чисто смывается. Ну вот, друзья мои, я закончил свою картину. В общем, может быть, к нему еще я вернусь, доделаю какие-нибудь недостатки, если потом замечу. А может, я так оставлю. Все равно это написано на учебной бумаге. Я просто тестировал мою кисть Да Винчи 30 размер, писал исключительно этой кистью. Немного пришлось прибегнуть к плоской кисти и маленькой круглой кисти. Все мои кисти, которыми я сегодня работал, это синтетика. Кисть большая 30 размера Да Винчи. Кисть плоская 14 размера Бенисси. И кисть круглая 6 размера, тоже Бенисси. Все мои кисти из синтетики. Вот этими тремя кистями. В основном большой кистью 30 размера. И немножко этими кистями я написал вот эту вот картину. Этюд. Абстрактную картину. Если она вам нравится, ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии. Что вы думаете про мою картину, про эту работу? А я пока с вами прощаюсь. До свидания. С вами был Садренин. Всего хорошего.